Привет, друзья! Вы снова на моем канале. Решила приготовить овощи с гречкой. Овощи у меня замороженные. Вот со своего дачного участка я их замораживаю, потом зимой готовлю. Красный болгарский перчик, желтый болгарский перчик. Вот здесь у меня даже есть замороженный баклажанчик. Сейчас буду нарезать для приготовления. Вот он у меня немножко разморозился. Нарезаю я его соломочкой. Вот такая вот соломочка у меня получается. Здесь у меня есть и баклажанчик. Тут баклажанчик можно нарезать соломочкой. Овощи зимой стоят очень дорого, поэтому я стараюсь заморозить. Замороженные овощи не теряют своего вкуса. Они такие же вкусные приготовления, как и летом. Здесь я замораживаю лучок. Овощи я чищу, мою, нарезаю и складываю в морозильную камеру. А когда мне нужно что-то приготовить, я вытаскиваю и готовлю. Вот сегодня я решила приготовить гречку с овощами. Поджарю лук, поджарю морковку. Добавлю вот эти замороженные овощи в сковородочку. И промытую чистую гречку. И получится у меня овощной рагу с гречкой. Дорогие друзья, вот такое количество овощей для приготовления гречки с овощами нам понадобится. Здесь у меня баклажанчик, красный болгарский перец, зеленый болгарский перец, оранжевый болгарский перец. И здесь тоже у меня есть вот замороженный лук. Все я нарезала тонкой соломкой. Сейчас буду приготавливать гречку. Буду обжаривать сначала на растительном масле, потом добавлю очищенную гречку и добавлю водички. Время приготовления 30 минут. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорой встречи в новом видео.